Туве зафиксирован случай присасывания клеща. По оперативным данным, 27 марта в селе Мугур-Аксым Ингунтыгинского района зарегистрирован первый случай присасывания клеща к телу 11-летнего ребенка. Ведомство напоминает, что самым эффективным методом защиты от клещевого вирусного энцефалита является иммунизация. К настоящему времени для иммунизации детского населения в республику поступило около 22 тысяч доз вакцины. На 26 марта иммунизировано 1187 человек, из них 1058 – дети. Всего в этом году должно быть привито 23 721 человек. В прошлом году от укусов клещей пострадало около 2000 человек. Случаи укусов зарегистрированы во всех районах республики. Наибольшее количество зафиксировано в городе Кызыле, Улухемском, Тандынском, Дзунхемческом, Барунхемческом, Кызылском, Кахемском и Пейхемском районах.